Друзья, всем привет! У нас сегодня в работе Nissan Тиана на систему по бесплатной установке по акции. У нас конфиг системы таков, то что здесь у нас один усилитель, это пятиканальный Raven 5.1100. По штату у нас передних в задних дверях Raven 165. Высокочастотники у нас Oris GPT28. Сабовое звено Грифон Pro 10. Шустренькая десятка, которая качает в багажнике. Также у нас здесь были произведены работы шумо-виброизоляции. Здесь не видно, но внутри у нас 6-миллиметровая интрига на щит 4-миллиметровый RSL Genio. Динамики у нас через фигурные кольца на болты. Хотя в этой акции такой позиции нету, то есть у нас заложены там обычные кольца. Мы пошли как бы навстречу, добавили в накладной расходников и поставили все красиво. Под капотом все стандартно. Ничего нового мы здесь не увидим. Все крепенько. Клеммы перед сдачей проверяем. Головное устройство у нас осталось штатное, но в будущем владелец, скорее всего, его заменит. Также у нас была зашурмана крышка багажника и, естественно, номер тоже. Сейчас придется немного залезть вовнутрь багажник, так как спинка здесь не складывается. Здесь у нас короб, на нем гриль. Короб наш на 110-й трубе. Вот, с фонариком лучше. Вот так вот выглядит коммутация. У нас здесь преобразователь. Кстати, звук со штатного головного устройства не такой ужасный, как, например, в каком-нибудь Opel Astra H, к слову. Все аккуратненько, как обычно. Давайте послушаем. Дверь, когда закрываешь, сразу намного приятнее звук. Друзья, мне кажется, это победа, так как уже мы своими бесплатными установками по акции давно доказали то, что Дель делает вещи. Это во-первых. И во-вторых, уже который раз, пусть даже у нас штатное головное устройство, с которого сигнал, скажем так, не ахти, нас спасает HL4. Просто вот так спасает. И на выхлопе у нас получается цена-качество, даже громко сказано. Система под ключ владельцу обошлась 63 835 рублей и 50 копеек, если быть точнее.
Вот. Ну, там, естественно, накинулось то, что мы высокие ВЧ ставили, пищалки. Как бы у нас не предусмотрено это в акции, но мы как бы, вы сами прекрасно знаете то, что мы всегда идем навстречу клиентам. Вот, как бы тут подвинулись. И двери у нас по 6 тысяч рублей за одну. Итого у нас 24 тысячи за шумовидоизоляцию дверей. Крышка багажника. Вот. В общей цене 92 тысячи получилось. В целом за свои деньги играет отлично. Прям, ну, на слух приятно. Больше добавить, наверное, нечего. Вот, владелец очень, кстати, доволен. У него тут вот такая вот коробушка есть специальная. Я, если честно, первый раз такую вижу. Здесь он вставляет флешку и слушает музыку. Но как бы в ходе разговоров с клиентом мы пришли к выводу, то, что скоро он к нам приедет еще раз. И мы, наверное, уже будем ставить ему TI-S. Регулятор баса у нас пока что не закреплен. Сейчас я обзор досниму, и парни его закрепят. Вот, потому что это как бы еще было на стадии согласования с клиентом. Система получилась огонь. Если еще брать в учет то, что это бесплатная установка, и брать в учет то, что это получилось и громко, и качественно. Ну, естественно, конечно, главное устройство, конечно, бы поменять бы, но это прям уже в идеале. Вот. В общем, друзья, я с вами попрощаюсь. Надеюсь, ненадолго. Меня зовут Никита, если кто-то забыл. Всем пока. Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром-катки, катит топель Фронтера. Валит автостиль, но по Волжье своя атмосфера.